Как привлечь туристов в регион? На что сделать ставки? И какой опыт можно принять у соседей? Эти другие вопросы обсуждали сегодня специалисты туристической индустрии из Чебоксара и Казани. Людмила Наумова – директор одного из санаториев в Чувашии. Все нюансы и проблемы она знает изнутри. На данный момент, наверное, то, что клиентов стало поменьше. Обстановка в стране к этому располагает, получается. Но мы надеемся на то, что благосостояние народа будет расти, и мы будем дальше развиваться все большими и хорошими темпами. Какие-то те планы намечены, будем идти все вперед, поэтому обязательно будем расширять сторону, можно сказать, от Татарстана. Также будем расширять и сторону Нижнего Новгорода. От частного к общему развитию внутреннего туризма в Чувашии уделяют особое внимание. В последние годы столица республики существенно продвинулась в этом направлении. Открылись новые гостиницы и хостелы. По городу запустили туристические маршруты. Развиваются разные направления туризма – событийный, водный, лечебный, этнический, образовательный. Недавно чебоксарская делегация вернулась с турвыставки «Интурмаркет». Там были подписаны ряд соглашений, которые позволят нашему городу найти компаньонов, найти партнеров в части развития туристического потенциала, туристической инфраструктуры в городе Чебоксары. Наш турбизнес, он также мобильный и клиентоориентированный. И, конечно же, такие вот мероприятия они с удовольствием посещают. Но мы здесь уже помогаем создать в городе вот такую же площадку для общения, для взаимодействия, для сотрудничества. Я думаю, но это начало, которое уже будет дальше продолжать и развиваться. Поэтому у нас все впереди. Первая встреча с коллегами из Казани. У третьей столицы России есть чему поучиться и на что посмотреть. Там хорошо развиты спортивный, бизнес-туризм, индустрия развлечений. Еще один плюс. В Казани часто проводят мероприятия мирового уровня. Постоянное такое нахождение на высоком информационном уровне позволяет нам активно развивать вот это внутреннее въездное направление. Очень важно присутствовать на международных выставках и на, конечно, межрегиональных выставок, которые проводятся на всей территории Российской Федерации. Ну и, конечно, очень важно тот момент, что помимо тех культурных, исторических объектов, которыми богата город Казань, очень важно постоянно проводить яркие событийные мероприятия. Эта встреча одинаково полезна обоим городам. Чебоксарские организации смогут перенять ряд эффективных практик. Казанские же смогут привлечь дополнительный поток туристов. Татьяна Леонтьева, Игорь Зверев, Республика.